Югорчане вместе со всей страной смогут выбрать талисман ГТО. Сделать это можно до 10 сентября. Отдать голоса за понравившиеся талисманы Всероссийского спортивного комплекса можно в мобильном приложении. Здесь можно узнать об истории и значении каждого символа. По итогам голосования определятся три лучших дизайн-проекта. Победителя определит Министерство спорта. В рамках конкурса было предложено направить идеи создания 5 персонажей, которые символизируют одно из физических качеств спортивного человека – выносливость, силу, гибкость, скорость и прикладные навыки. Самыми популярными предложениями оказались животные. Верблюд, по мнению некоторых участников конкурса, может олицетворять выносливость, кот – гибкость, а медведь – силу.